так, последние штришочки наведены. Ребята, сегодня джем у Дизеля, не как обыкновенно в понедельник, а по средам теперь новые порядки. Я подготовилась основательно, захватила свой абрикосовый джем, вот такой вот абрикосовый джем, да. И, конечно же, оружие джедаев. Погнали. Чем вкусен сегодняшний джем у Дизеля? Чем вкусен, тем, что нереально круто. Честно, тут всякие крошки так классно поют. Могла бы сама спела бы, но Бог не дал. Ложечку? Мне ложечек хватает, мне с микрофоном хватает. Это знаешь, ты ложечками можешь кормить людей, которые здесь редко бывают и не подходят к микрофону. А чем вкусный сегодняшний джем? Я не буду ввиду кремлю в этой какие-то нюансы. Просто знаешь, я джем. Є джем. Є просто момент, коли ти відкриваєшся повністю і виходиш до мікрофону і все. В принципі, тим він і кращий. Він може бути солодким, може бути не солодкий. Класний джемик. Скажи, какой вкус у джема, который на сцене проходит? Вкус? Такой, кочевый, классный. Ну да, когда ты чувствуешь кач, ты даже не думаешь, в каком ты стиле играешь. Ты просто качаешь, находишься в музыке. Как и положено, такой горький джем. Я бы сказал, сладким, опрятным, кайфным и страстным тоже, я бы сказал. Да. Могу вот так вот романтично пальчиком. Чем сладкий сегодняшний джем у Дизеля? Очень сладкий и в то же время такой с перцем. В совместности оба джема, этот и тот, создают яркие впечатления. Но хочется танцевать, петь, играть. Все, что они делают. It's okay, baby. Ем джем за джем. Вот здесь абрикосовый вкус. Да, я угадал. Вот. А там вкус афроамериканского абрикоса. Сегодняшний джем намного лучше, чем этот клубничный, скорее там. Неплохая идея. Это вот жиденько, и вдруг яблочко. И полезно.